Доброго времени суток, друзья. Продолжаем наше путешествие в удивительном мире Mountain Blade, дополнение завоевания викингов. Ну, уже недалеко я, собственно, от родных берегов Дании. Нам повстречались франкские пираты, 37 рыл, у них 11 пленных, но я и решил, что это неплохая возможность их всяких там переубить. Ну и, собственно, заграбастать какое-нибудь барахлишко, которое мы сможем сдать в городе, чтобы окупить это дальнее путешествие. Атакуем их. А ночь не видна, не видно ни хрена. Ну, что же делать? Могло быть и хуже. Ой, второй корабль у нас непослушный негодяй, а? Команда перемещения. Там вот корабли. Держаться на месте. Они, по-моему, насрать глубоко. Так, где-то мои копья. Наш тебе копье. Наш тебе копье. Отлично, два их убили. Ой, и меня сейчас вытолкнут из лодки, короче. Я так чувствую. Что вы делаете, придурки? Ну, смотрите, что они творят. Ну и все, писец, зря прыгнул. Ну вот как так, ну? Свои же, друзья, вытолкнули нахрен. О, они там еще и ливают им. Кошмар. Я в шоке, друзья. Просто в шоке. А вот как им после этого верить? Вот я и захотел свою команду пару этих воинов. Сам при этом потерял, наверное, уже штук 5. Бред. Сумасшедший бред. Ну, конечно, больше всего печаль то, что нас просто тупо свои же выкинули. Это вообще жестоко. Да, серия не удалась. Не удалась. Не задалась сначала. Ладно, посмотрим, как она дальше пойдет. Не знаю, успел ли я на турнир. Говорили, что турнир вроде как тут в Рибе должен идти. Но, не знаю, успеем мы на него, не успеем. Полтора дня плыли. Ну все, что ли, вы там сколько можно-то? Наркоманы. Хельги зверствуют. Орут-то как орут. Там вообще звери. Викинг, моряк, а налетчик. Буду. Ну наконец-то победа. Шестерых потеряли, охренеть. Да, берсерка убили. Свийского воина убили. Да вы вообще жестокие парни. А хотел взять я вот этого чела, который, в принципе, неплох. Обалдеть, морской налетчик, викинг. Давайте викинга возьмем. Ну и вот этих охотников тогда возьмем, чтобы как-то пополнить нас. Так, трофеи, что там? Ерундистика, в принципе. Не стоило это любой шестерых, в принципе, если моя же команда меня бы не спихнула в открытое море. То все было бы гораздо проще, я вам должен сказать. Караван. Ну кто хотел караван? Вон караван. А мы его грабить не будем. У нас и так проблема. Да что ты? Иди твою за ногу, но. Аллилуйя. Так, нам там корабль повредил, пока мы плыли. Посмотреть корабли. Так, следующий. Вот он, алый цветочек. Чиним. А, вот еще нежданного гостя чиним. Ну и все, все нормально. Так. И как я смотрю, нету никакого турнира, к сожалению. Это печально.
Давайте продадим все это говно, которое мы набрали по случаю. Хоть немного, но в плюсе. Зайдем заодно в таверну, глянем, что там. Может, кто из полезных с нам встретится. Бард, горожанка, посредник, старый капитан. Так, посредник. Почему ты каждый раз меня эту хрень спрашиваешь? Продавать их или не продавать? Да, наверное, продам, чтобы не мешались. И наймем вот этих капитанов. А, за 1000? Давай, пошли, деньги есть, не жалко. Ох, и нам, наверное, надо отдохнуть, друзья. Поиск новобранцев. 14 фригольдеров. Ни хрена ж себе. За косарь, да? Но по идее брать сну надо прокачивать, правильно? Наверное, возьму. Потому что сейчас у меня, возможно, будет батл. Я не уверен, но возможно будет. Ладно, что еще? Ждать некоторое время. Давайте подождем следующего утра. То бишь сутки проведем в городе в этом. Могли бы на халяву у себя бы отдохнуть, на самом деле, да? Но мы же легких путей не ищем, да? Все, валим отсюда. Уйти. Ну, пойдемте с Гонзой в наше убежище. Заберем ребятушек наших. Стопа, это что такое? Молодые воины, 51. Молодые воины, 75. Два обалдели, что ли? Чего, как много-то? А вы агрессивные вообще? Они агрессивные? Ну, нифига себе. 75, как вы думаете, стоит, не стоит? Не, ну надо качаться-то. Почему не стоит? Мы здесь не для разговоров, приятель. Время мечей. Ну ладно, подлые мрази, порабощающие людей. Вы все сейчас умрете. Да как ты смеешь? Приготовься сдохнуть. Да короче, пошла байда. Так, у меня один конник есть, который куда-то побежал. Кстати, мы... О, три конника. Странно, что они не бегут. А вон эти ребятюшки, я их все вижу. Давайте-ка вы все вот здесь соберетесь, друзья. Вообще все. А то я смотрю, берсерки у меня ринулись в путь. А нет, нет. Ну а мы пойдем патролим, пожалуй, этих эскимосов. Тем более у меня вон там кто-то входит в транс. Ух ты же, ёперный театр. Хихи, не хихи, мне щит сломали. Отлично, отлично. Ты прям сегодня как никогда. Просто божишь, друг. Просто, просто божишь. Давайте пошлем уже в атаку. И начнем в конце концов тут махач. Пожалуй, я нам зазря сюда влез. Да иди твою за ногу, да? Пожалуй, меня сейчас убьют. Чё с ним за день такой? Чё ж мне так не прятать-то? Ребята, давайте убивайте их всех. Я знаю, вы сможете. Не зря же я новобранцев брал. Ух, как они их копьями-то затыкивают. Ну, наши вроде как сражаются-то хорошо. В рукопашечке им ничего не светит, всем этим уродам моральным. Надо же я на коне в гущу залез. Вот я осёк. Нельзя так делать, фу-фу-фу. Нормально, свалили капитана. Ну ничего, он еще повоюет.
так просто не убьешь. Он там берсерк с топором бегает, всех валит. Ну и отлично. Он тут на 10 уровень перешел. А вот это кто сражается? Вот именно ты кто? Хрен ее знает, да? Просто ему надо бы копье это убрать и поставить чем-нибудь такое для ближнего боя. Ну, конечно, жопа жопная. Потеряли уйму народа. 13 человек потеряли. Вот 14 наняли, 13 потеряли. Охренеть. Элитного копейщика, нормандского викинга, свейского викинга и элиту. И 7 новобранцев. Отлично. Получили еще ранение тела, минус 2 силы. Надо лечить. Ой, друзья. Зато захватили 23 чудика. Из которых только 11 можем взять. Блин. Моряк. Моряк мне не нужен. Моряк в море-бряк. Хреново. Как-то не задалось начало серии. Зато сколько всякой вкусняшки у них тут есть. На продажу, да? Думаю, надо вернуться обратно в город. Во-первых, к лекарю. Во-вторых, сдать этот весь хлам. И заодно продать рабов. А, все, места нет больше. Эндрюхильда на 10 уровень перешла. Давайте займемся этими делами. Повысим им уровень. Поговорить. Обратно. Брюнхильда. Первая помощь, хирургия, перевязка, еще до кучи оружейник. Обалдеть. Не, ну ее мы будем качать в лекаря, да? В лекаря. Что тебе тут можно качнуть? Перевязку ран. Так, это у нас 20 уровень излечения. А хирургия именно чтобы не погиб, да? Тогда вот так вот сделаем. Хорошо. Пусть будет так. Дайвей. Дайвей у нас за что-нибудь отвечает? Дайвей. Не, и ни за что не отвечает. Угу. Дайвей. Давай посмотрим, что у тебя тут. Нам тебя ничего смысла качать-то, наверное, нету, да? Просто и тупо. Или сделать тебя заменой нашей Брюнхильды на всякий случай. Интеллект у тебя, в принципе, 12. То есть, силу, как бы, смысла нет раскачивать. Любопытно. Ну, давайте, будь же запасной медсестрой и титизану. Что я еще могу сказать? Так, еще кто-нибудь апнулся у нас? Не. Больше никто не апался. 51 еще. Так, что происходит? Ну, Кайл недоволен, что большие были потери. Ну, слушай, у нас опасная профессия, друг. Без потерь никак. Так, медовый зал, значит, скинем. Не понял, а где все? Веселая вдова. А че, нет никого? Да ты ж меня, ну просто троллинг какой-то. Ладно, нету так нету. Давайте к торговцам тогда. Будем сдавать все, весь этот хлам. Сколько мы тут набрали? Ну неплохо, потери окупились, в принципе. И 800, нифига себе. По-моему, лишний я вот этот шлем продал. Да, 47 к защите. Не, это бывший мой шлемак. Не надо продавать. 2800, неплохо. Неплохо. Так, ну что, уходим. Вернемся в убежище. Ну, преследуют негодяи, слушай.
Совсем совести смотрю, потеряли. Сейчас, секунду, возьму пару десятков ребят. Так, значит, тут их отдать. Так. Вот этих взять. Больше не могу, да? 12. Хрен с ним, пускай будет 12. Так, дальше. Вот это, значит, забираем. Вот это забираем. Наемников и ветеранов забираем. Этого пока хватит, значит, уйти. Где эти молодые петушки? Ой, бегут. А шо? А шо так? А шо побежали? Бандитов? Ну-ну. Сейчас я вам устрою бандитов. Я еще даже не до конца выздоровел. Плохо. Так, ну вот сейчас на пригорочек вот этот взлезть бы, было бы неплохо. Да, давайте вот здесь и собирайтесь. Где там эти окаянные гады? Гады, где окаянные? Вон они жутся. Ну это, конечно, не очень хорошо, что они сверхотуры-то будут. Ну ладно. Бьете, сволочуги? Да, классно, классно, Мишань, пуляешь. Хоть так. Да, ну и на коне здесь, конечно, неудобно будет. О, не-не-не-не-не, дружок. Не-не-не-не-не. Не надо в меня своими дурацкими копьями тыпать. Вот как-то так я. Промахнулся. Хорошо, что и они промахнулись, слушайте. Сколько у вас этих дротиков за дротиком? Уже вижу, двоих убили. Летите за ногу. Отлично. Еще и разбежались, уроды. Все, побежали, твареныши. Эх. Высоковато меч взял. А вон один бежит. Не убежит. Ничего, хорошо. Подняли этой битвой боевой дух нашего отряда. Одноручное оружие. Уже 272. Обалдеть. Восьмерых потеряли, да охренеть. Наемники ветеранов такие слабенькие, да? Опять элитный копейщик Норман и три свейских воина. Ну, как-то они мрут, как духи, мухи прям. Давай вот этих тоже возьмем. Блин, и снова в город, друзья. Но нету нам покоя в этой серии. Ну ладно. За деньгами-то можно и сходить. Не просто так. Уж коли здесь такие крупные отряды-то развелись, бандитов всяких. Но они вроде как не бандиты, но действуют как бандиты. То есть слабее нападают, сильнее убегают. Уроды, одним словом. Так, ну что, может, появился эти, как его, работорговец? Нет, нет. Обидно. Придется мне, наверное, сейчас... А ну идти в убежище. Потому что разница какая. Так, бронька 1300, да, есть денег. Давай, на 1300. Дадим ему. Остальное лошаднику нашему. Нормально.
все, уйти. Идем, значит, в лагерь. Там базарим. Я не знаю, там в убежище в нашем построилось что-нибудь. Не построилось. Непонятно. Вроде как заказывал. Так, гарнизон 8-6. Предел 120. Поговорить с капитаном. Давай погутарим. Как идут работы? Рабочие трудятся. То есть еще не сделали ни хрена. На тебе 500 монет. Боевой дух поднимем. Знать мне ничего не надо. На этом все. Так, давай, значит, управление гарнизоном. Во-первых, забирай вот этих вот. Не знаю, нахрена я их брал. Так, а мне отдай всех викингов. Я их попробую себе сейчас переманить. Также берем всадников. Я просто так думаю, что у нас сейчас будет замес. Не кислый такой замес. Всадники. Вот этих тоже по одному возьмем. Чтобы они тут не торчали. Возьмем копейщиков также. Смотрщиков, охотников. На этих, наверное, можно оставить. Тут лучника можно взять слабенького. Пускай качается. Ну да, 75 человек у нас есть. В принципе, если сейчас к нам еще присоединятся викинги, будет вообще шикарно. Так, что у нас вообще тут есть? Посетить медовый зал. Здесь, по-моему, должен быть лекарь у меня. Гула. Кто есть Гула? Непонятно. Крестьянин, крестьянин, Кассий. Чего? А, помню, что-то там я, да, нанимал. Не, не надо. Но есть таланты или кузнецы, могут сделать их. Если хотите знать их имена, заплатите мне 50 пенни. Обалдеть, друзья. Вот давайте, наверное, сделаю скриншотик этого дела. Потом с этим как-то познакомимся более подробно. Ладно, а ты чё? Полторы. Нет, мне это не надо. Так, управлять гарнизоном, отдыхать здесь, поговорить, нанять штат. И священник, лекарь, Александр. То бишь у меня есть Александр, да? Уже работает на вас. То есть мне надо, наверное, тогда посетить зал. Они здесь, наверное, должны быть. Гудиолов. Крестьянин. Вот Александр. Да, я хочу тяжелые раны. 250 пенни. Все, отлично. Теперь мы здесь будем, значит, отдыхать. Нам до утра, да? Ну, сейчас посмотрим по отряду. Уйти. Отряд. Все живы-здоровы. Но есть двое раненых. Ну, наверное. Хотя нет. Вот, смотрите, наш персонаж еще. Не все братки наши восстановились. Давайте-ка еще отдохнем. Ох, как не вовремя. Недельная смета-то. Блин. Блин-блинский. Минус 2000. Ладно. Зарабатываем снова больше, чем тратим. И это меня радует. Это меня радует. На задание мы сейчас будем выполнять основное, квестовое. Правда, время уже серии подошло к концу. Фигней промаялись. Ну, не то, чтобы фигней, но... Ладно. Тогда и посетим просто мост. В чем фишка моста? Там какой-то тролль его охраняет. Вот мы его сейчас и...
Викинги не хотят принимать мое предложение, хотя убеждение я прокачал на максимальное. Максимальное возможное. Шестерочка. По харизме это максимум. Мне нужно два атрибута вложить еще в харизму. По-моему, чтобы у меня здесь еще можно было на семерочку перевести убеждение. Это обидно. Еще меня спрашивали, почему я тактику не качаю. Тактика – это навык группы, и он у меня прокачивается просто-напросто у другого персонажа. Так, это кто? Налетчики какие-то бегают. Ладно. Давайте молодыми воинами займемся. Коли они совсем здесь обнаглели. Сразимся с ними и еще на мост сходим. Тем более нам за них дают известность. Так почему бы нет? Почему бы и нет? Так, где они там? Впереди где-то. В общем, парни, вот здесь вот строитесь все. Не-не-не-не, вон они, гады. Гаденыши. Да не так-то их и много. Сейчас мы из них все дротики. Чтобы наша меньше прилетала. Давайте, бегите за мною. О, лучники уже работают. И неплохо работают, правда, все защищаются. Ух ты ж, мне воткнули куда-то. Ниже поясницы, походу. Да, у них еще много всякого. Меня-то не убейте, ё-моё. Эх, не достал, обидно. Ладно, ребята, веселитесь. Все-таки в конце концов я вас прокачиваю, а не себя. Ну, по крайней мере, пытаюсь. Я пока вот с этими трутикометателями позабавлюсь. Эй, куда это такой побег, дружок? Съешь пирожок. Хорош. Великолепно. И уже все убегают. Ну, еще раз оружие прокачали. Ну, выжил. Какой крепкий. Ну и все, в принципе. Победа! Победа! Отлично, никого не потеряли, 35 убили. Вот мне, в принципе, и не нужны, на самом-то деле. Ну, хрен с вами, пускай будут. Пускай будут. Вот возьмем все, что дороже 200. Хорош. Ну и пойдемте на мост тролли сходим еще. Боже мой, не так я нажал. Вместо этого взял и переместился. Ой, кошмар. Явно серия не задалась. Ну ладно. Мост тролля. А не были мы случаем на мосту? Слушайте. А по-моему были. Что-то я, по-моему, путаю. Вроде бы уже были. А нет. Или он здесь повторно появился. Ну, здесь, короче, типа тролль, который требует, чтобы ему заплатили. Но мы ему платить не будем. Мы будем тебя немного убивать. Затем нагибать. И сделать всякие другие гнусности. Да ты просто здоровый, уродливый дурак, а не тролль. Но он обиделся. Хо-хо-хо-хо! Ну и, в общем, вы это, ребята, прочитаете сами, если хотите. Хо-хо-хо-хо!
Дайте мне ваше... Ваше... С одного просто тычка-пычка выстрела в голову. Ай, 109 урона просто. 6 к известности. 1000 пени получили. Еще какой-то топор тролля. Еперный там вообще. Я ржу. Я просто для себя проходил вначале. Ну, пробовал. А, что за мод-то вообще, в принципе. Столкнулся здесь с этим с троллем. И тогда он мне надавал леща знатного. Но я был мелкого уровня. Вот. Сейчас оказалось, что я пришел уже, наверное, слишком поздно, потому что драки не получилось. Давайте глянем, что за топор такой. Топор тролля двухручный, стоит нормально. Режущий 50, 10 оглушающего, скорость 70, очень мало. Конечно, радиус шикарен, я не спорю. Но требует просто феноменальное количество силы, у меня, наверное, ни у кого столько нету. На и скорость весьма-весьма маленькая, конечно. Так что на продажу пойдет. Что ж, друзья, вот такая серия. Надеюсь, вам понравилось. Да, выдали мне пару раз знатного леща. Не без этого, конечно. Но более-менее. А идем мы, друзья, в Хоф Тора. Попробуем нанять еще берсерков. Не знаю, дадут или не дадут. Ну и затем будем искать этого Ивара, змея глазого, бескостного гада, которым подчиняется тут пень. Будем как-то пытаться дальше проходить наш глобальный квест. Вот как-то так, друзья. Ну а на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, комментируйте видос. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Удачи!